Осталось так мало неожиданностей. Разве это не печально? Что до меня, хватит с меня неожиданностей. У тебя странный голос. Что не так? Возьми это. Пустота покоя? Зачем? Ты сомневаешься в моем даре? Я сомневаюсь в твоих намерениях. Зачем повелитель пустот продолжает вооружать одного из всадников? С какой целью? Иди своим путем. Со временем, возможно, ты найдешь свою истину. Это было бы и впрямь приятной неожиданностью. Ну а пока будешь дарить мне новые игрушки? Всадник, когда мы встретимся вновь, выживет лишь один из нас. Загадочно. Едва ли. Помогаешь, а затем угрожаешь? Прочь.
Это что-то новенькое. Отлично. Ты выглядишь смущенной, госпожа. Этот повелитель пустот меня беспокоит. Можно и так сказать. Выживет только один? Думаешь, он помогал нам, чтобы сейчас предать? Понятия не имею. У бессмертных всегда такие запутанные взаимоотношения. За ними не уследить. Здорово помогаешь. Возможно, повелитель пустот пытается тобой манипулировать, вывести из себя. Или он совсем сошел с ума, как и весь этот вонючий мир. Он ведь неважно выглядел, да? Да, это точно. Ладно, хватит. Пора сосредоточиться на нашем задании. Как скажешь, госпожа. Я знала, что ты холодна, но хождение по воде отличный фокус.
Себя чувствуешь, госпожа? Нужно многое обдумать. Мне стольким пришлось пожертвовать по пути, что теперь я ощущаю потерю. Но вдобавок я изменилась. Как изменилась? Я не знаю. Тебе нужно от скромного торговца? Это позабавит нас, как хочешь. Пока. Приветствую. Это позабавит нас, как хочешь. Пока, прощай.